объяснить тому, кто с нами не был, какая здесь стояла тишина, как с грохотом на нас упало небо, в которое нас бросила война. Я помню всех, кого сегодня нету, кто рядом шел наперекор судьбе. Они ушли однажды в это небо, и небо их оставило себе. Мы не допели, не договорили, нам каждая минута дорога. И поднимая в небо эскадрильи, летим на запад, чтобы бить врага. Давай с тобой выпьем за победу, она придет немного, погоди. Внизу наш дом, а это наше небо, мы никому его не отдадим. Я все знаю. Дурак. Кто? Алло, Бордо? Я дурак. Герой Советского Союза, прославленный летчик Леонид Геннадьевич Шугаев был поставлен в безвыходное положение и, оказавшись один без прикрытия против четырех фашистских стервятников, вступил в неравный бой и был сбит врагом на территории врага. Судьба героя до сих пор неизвестна. Товарищ подполковник, разрешите обратиться? Был сбит врагом на территории врага. Как-то звучит не очень. Предлагаю, был сбит врагом на территории противника. Противник мягко звучит. Согласен. Это такие, как Бестужев, их противником называют. Враг, он и есть враг. Ставь точку. Точка. Это все? Да, дай посмотреть. Так. Маловато что-то. Надо как-то посолений. Сам-то как думаешь? А я думаю, хватит. Хватит. Слушай, смотрю на тебя и понять не могу. Как таких малохольных к нам на службу берут? Ты что, не понимаешь, какое важное событие у нас произошло?
Че смотришь, не понимаешь? Понимаю. Герой Советского Союза, это очень жаль. Но, во-первых, не факт, что он погиб, может быть, еще вырвется. Товарищ подполковник, у меня другое непонятно. За сегодняшнее утро вы уже трижды звонили в Москву. Трижды. Объясните, пожалуйста, ну что в этом Шугаеве такого особенного? В нашем деле нужно знать все на три шага вперед. Герой. Героев у нас хватает. За что нам честь и хвала? Только у героя Шугаева есть один боевой товарищ. Знаешь, как зовут? Как? Полковник Василий Иосифович Сталин. И очень может быть, что завтра нам позвонят. Понимаешь, что будет? Теперь понимаю. И как мы могли отправить в небо друга такого лица, одного, без прикрытия? Товарищ подполковник, но это не мы отправили. Молодец. Это Бестужев отправил? Вот теперь ты понимаешь. А ведь это ты говорил, что я к Бестужеву придираюсь. И Макаров тоже. И что теперь? Думай. Только ты там думай. А я еще раз позвоню. Разрешите идти? Свободен. Есть. Ну что? Да то же самое. Скажи, как? В деревне утром из домов за час ни один человек не вышел. Может, перебили их все ганцы? Или угнали туда, на запад? Может, и... Ну что? Помните, товарищ лейтенант, мы их что-то брали в Семигорьевке. Так вот там охраны меньше было. Все вокруг обложили, бесполезно соваться. Разве что разведку боем. На тороты две надо. Две не хватить может. Надо много людей. Очень много. Здесь и Лизнев с Гавриловым. Оттуда вон с горушки пошли. Может, дыра какая? Что делать будем? Может, доскачем до домика? В окошко постучим? Ох, нехорошо мне что-то. Как понимаешь, в гробу. Дурак ты, Гаврик. Типун тебе на язык. Я пошел. Чего? Не пойму, живой нет? Пока стреляет живой.
Сердце. Ну, товарищ майор. Нет, значит, нет. И точка. Ну, Василевская с девчонками, ты дал добро на вылет? Они к соседям полетели, Саша. К соседям, а не за линию фронта. Все, давай, на эту тему разговор окончен. Ну что? Сидит, в небо смотрит. Кто? Собака. Да я тебе про метео спрашивал, что там с давлением? Давление продолжает падать. 710 миллиметров ртутного столба. За час на 5 делений вниз. 99% влажности. Понятно? Никаких полетов. Все, садись, работай. Есть. Бедная собака. 2 дня ничего не ест, не пьет. Петрович, может, я все-таки слетаю? Ну, покружусь в этом квадрате, на этажерке, пока погода совсем не скисла. Ну, посмотрю, хотя бы найду место падения. Ну, 2 этажерка, что и будет-то? Ей любая погода не страшна. Саша, нет, и не проси. Все. Ладно. Командир где? Командир у себя. К нему полковник из штаба приехал. Совещаются что-то. Как ты мог, ну сам подумай. Такого летчика отпускать без сопровождения. За шуму непостижимо. Да я Леньку Шугаева давно знаю. Вот почему истребитель-то хороший. У него характер взрывной. А тут, когда полетов нет, он и стал с ума сходить. Эти амуры всякие. Амуры, говоришь? Ну, амуры, ну. Да не важно. Я про Шугаева ничего плохого сказать не могу. Он парень хороший, ну, не усидчивый. Все просился, говорит, дай полетать. Ну, пусти меня. Ну, тут подвернулась хоть какая-то возможность сопроводить. Я и послал. Вот и полетал. Значит так, Илья. Генерал сказал, чтобы в штабе ты до отдельного распоряжения не появлялся. Его личного, генерала Макарова, распоряжения. Кто бы тебя ни вызывал, что хочешь придумай. Хоть в госпиталь ложись. Но чтобы ни-ни. Все понятно. Ясно. Ну, давай. Спасибо, Сергей Гаврилович. Ну, ладно. Да, война, война. А впереди еще Польша, Германия. Сколько положили мы в свою, и сколько положим мы в чужую землю наших ребят. И девчат. А? Что? Ничего. Пора нам лететь домой, товарищ полковник. Вон, небо опять затягивает. А, да, что там ваш командир, подполковник Бестужев? Я слышал, что его вызвали в штаб фронта. Представляю, каково ему сейчас там. Леонид Шугаев, друг сына Сталина, могут и... И вы уже знаете. Земля слухом полнится. Девчат, полетели домой, пока небо совсем не затянуло. Спасибо за прием, товарищ полковник. Считаю, что наш командир поступил правильно.
дождик на руку. В сухую погоду собака след мертвой хваткой чует. Эх, ребятки, как же они так сунутся? В нашем деле все не просчитаешь. А надо бы. Что ж ганцы в этой пустой деревне делают? Не просто так представление. Командир, тебе смотреть надо. Что там, Якут? Давно упал. Видать, летчик-то геройский. Посмотри, сколько звездочек на фюзеляже. Здорово, летчика ранило. Вон, вся кабина в крови. Может, он где-то поблизости лежит? Якут, а? Пошарь по кустам. Что там следопыт? Фашисты были около полузвода. Следов много. На восток пошли цепи. Пилот за ними пошел. Он ранен, но не сильно. Все идет быстро, шаг широкий. Хорош, канитель. Идем за ними. Может, отобьем, если жив. Загоняют они его, видно. Живой еще, значит. Что делать будем? Нехорошо бросать. Кто сказал бросать? Кто сказал? Бросать не будем. Бегать будем. Ну что, на живца? По привычному? Нашу раскладушку. Сразу рвем до речки, там уходим по течению. Если разбежимся, идем до отмели. Помните где? Ждем 3 минуты. Если что, уходим поодиночке. Ясно? Ясно. Только не тяни, Якут, не надо, рискуешь всегда. Ты беги, командир, беги. Я тут полежу, мама. Я тебя не понял? Понял. Что смотришь? Хороша девка. Где взял? В кабине, в самолете. Вон летчики живут, а? Таких девок с собой по небу возят. Да у нас фабричные не хуже. Но, да, красивая. Слава богу. Цел? Цел. А они нет. Встали и смотрят. Честное слово. Нужно всем выходить.
Выходите из автобуса и в сторонку. Марья Ивановна, голубушка, в сторонку. Всегда не встать. Пойдем, пойдем. Аккуратнее. Потерпи, пальто. Орлы, поможем артистам на шоте! Не могу, Гарри, это же Леночка. Двое нет! Ну давай! И раз, два, давай, ребята! Давай, давай! Слушай, мне кажется, что с этим автобусом надолго. А мы, Гарри, не можем дышать. Ничего, сейчас отойдем, осторожнее. Ох. Слушай, у меня такое чувство странное. Ты знаешь, я так хотела сюда приехать. Правда. Хотелось увидеть этих настоящих людей. Только представь, пока мы с тобой танцуем, поем, они нас от фашистов защищают. А Илью Бестужева? Хотела бы увидеть? Нет. Ну, только честно. Чай хочешь? У меня есть горячий. Нет, хочу. Спасибо. Нам сейчас крепкий чай не на пользу. Ну, надо же. С погодой как не повезло. Как выступать в такую погоду? Не, смотри, растягивается уже. Сейчас наладится. Пишет. Знаешь, что ушел на фронт? Писем нет. Даже если бы написал, читать бы не стал. Кончено между нами все. Ты брось. Ребенку отец нужен. Пьяница и самовлюбленный павлин. Нет. Пусть лучше вообще никакого не будет. Сама ребеночка выращу. Это в тебе обида говорит. Ничего. Все беременные раздраженные. Родишь, все наладится. Лид, чего не наладится? Шугаева уже не исправишь. Кончился тот Леня Шугаев, в которого я влюбилась с первого взгляда. Другой он теперь человек. Кончено все. Ничего не кончено. Вернется с войны. Простишь его. И потом, ты знаешь, мне кажется, он вернется другим человеком. Давай, давай, раскачивай! Товарищи бойцы, поможем артистам Большого театра! А я вот не уверена. Может, он и сейчас с кем-нибудь коньяк глушит. Ни одного письма за все время. И вообще, Лид, я тебя очень люблю. Но ты лучше не старайся нас помирить. Решила и точка. Ну, что ты такое говоришь? Да твой Леня, как этот автобус, закопался весь в грязи и крутится всеми колесами, чтобы выбраться. Он на фронт ушел, понимаешь, а не в тылу отсиживается. Это о многом говорит. Что ты все время фронт, фронт? Сейчас везде фронт. Мы тоже на фронте, и нас может в любую минуту. Сейчас все воюют. Ой, Лид, встречи свою любовь. Захочешь ребеночка, тогда и будешь мне рассказывать. Не будет у меня детей, Алла. Как? Лид,
после того случая, ну, тогда, когда Бестужева посадили. В общем... Лид. Врачи подтвердили мою беременность. Я сделала аборт. Неудачно. Лидка. Ты меня прости. Слушай, такая дура. Лидка, прости меня. Автобус наш. Вытащили. Пойдем. Я тебя люблю, Лидка. Слава Богу, справились. Значит, ты местный. И паспорт тебе в Желтянах выдали. Так точно. Ну что, товарищ Безбородько, ты как предпочитаешь? Сидеть или сразу расстрелять? За что? Не понимаешь. Скрепочку видишь? Чистенькая, аккуратненькая. Ну? Не понимаешь? Хочешь, я тебе свою покажу? А вот это моя. А я не в лесу живу. А она ржавенькая. А у тебя чистенькая, аккуратненькая. Это значит, что тебе паспорт не в Желтянах сделали, а немцы сделали. Хочешь, я свой народ приведу? Они тебе сразу свои документики покажут. И у них скрепочки-то будут. Вот какие. Ну что, господин диверсант, ты что предпочитаешь? Сидеть или... Разрешите, товарищ полковник. Че, капитан, что случилось? Ну что, дружок, что выбрал? У меня время заканчивается, и ждать я тебя больше не буду. Выбрал что? Сидеть. Молодец. Завтра тебя еще допрошу. Сержант! Повести его. Руки! Пошел. Вот так! Капитан! И что потом не думали? Что я тут только графьями занимаюсь. Мы свое дело хорошо знаем. Что у тебя? Значит так, разведка 193-го пехотного доложила. Нашли самолет, который по номерам и обозначению полностью соответствует самолету пропавшего героя Советского Союза Шугаева. Шугаев жив? Вероятно. Возможно, ранен. Группа Копылова двинулась на его поиски. Говорят, немцы его ищут. Что значит говорят? Ну, что они могут говорить? Самого Шугаева не нашли. Немцев видели цепью. Разведчики оттянули их на себя, но самим пришлось уходить. Значит так, командир разведчиков сюда. Лично побеседую. Есть. Кто-нибудь еще знает о упавшем самолете Шугаева? Никак нет. Значит так, приказываю не разглашать. И пока мы не найдем Шугаева, никто не должен знать о самолете. Ясно? Так точно. Пусть лучше считают, что он без вести пропал, или еще лучше, геройски погиб. Так будет правильней. С политической точки зрения. А не то, что советский герой попал в плен к врагу. Эта новость может быстро облететь весь фронт и подавить боевой дух. Ясно? Так точно. Свободен. Это еще не все. Найдена очень странная деревня. Она пустая, но под усиленной охраной. В нашей группе потери, поэтому выяснить, что это за деревня и почему ее так усиленно охраняют, не удалось. Пришлось отступать в лес. А если выяснить не удалось, то какого черта ты здесь? Что я буду докладывать на оперативном совещании штаба фронта? Ну... Не нукай! Не кучер. Разведчикам нужно найти Шугаева. Объясни тебе, почему? Никак нет. Вот и отправляй их туда. И чтоб нашли. И без четких новостей ко мне больше не появляться. Ясно? Так точно.
Я и так сегодня злой. Свободен. Есть. Ты, Милка, что ты? Это из-за меня. Из-за меня он пропал. Кто? Бардо. Ну что ты, дурочка? Ты не знаешь, он... Он вот здесь. И я, он хотел то всего ничего. Я дура, какая же я дура. Я отказала, понимаешь? Мы же на войне. Он был прав. Ну как можно было отказать? Ну как? Ну как? Ну что вот ты? Нет, ты прекрасная, ты правильная. Такие, как ты, в жизни редко встречаются. Понимаешь, Милка? Ты была с мужчиной. Да. А я нет. Я все на свете нет. Какая же я дура. А если собьют? Я ведь так и не узнаю, что это такое. Как это? Это прекрасно. Девочка моя, это прекрасно, когда в тебе все прекрасно. И ломать себя нельзя. Не жалей ни о чем. Я не знаю, что тут произошло, но ты все сделала правильно. Пойдем, Милка. Не жалей, но и не глупи. Угу. Пойдем, пойдем. Я не обижаюсь. О ней думаешь? Нет. Нет-нет или нет-да? Да сумеется какая-то в голове. Ленька Шумаев пропал. В штабе возня. Боишься? Нет. Писем не было. Да какие письма? Наш адрес толком никто не знает. А что, начальник госпиталя у себя? На операции. Ты его не трогай, он еле на ногах стоит. Третий переезд за месяц. Он фашист бомбанет, четвертый раз переезжать будет. Сколько человек? 11. Тяжело раненые есть? Есть, трое. Открываем. Ребята, носилки! Носилки несите скорее! Третью палату. Это в коридор. Первую палату. Этого сюда вот. Давай, шпайор. Давай, шпайор. Я уже месяц на койке торчу. Пожалуйста, выпишите меня. Меньше. Ты же прекрасно знаешь, что Кости
У тебя не срослись после первой операции. Потом переезд. Потом тебе сделали повторную операцию. Потом этот немецкий самолет, чтобы он не ладен был. В общем, сейчас, слава богу, все нормально. Так что тебе в госпитале бы лежать. Еще месяца три в мирное время. А ты на фронт хочешь? Совсем хочешь ногу потерять? В общем, иди, иди. Больше не подходи ко мне, а то выгоню. Поняла? Третий. Все. Сюда, на первый этаж. Танечка, помоги. Пошли, пошли, пошли. Молодцы, пошли. Здравствуйте. У меня приказ срочно доставить в штаб подполковника Бестужева. Где он сейчас? Он спит. Тяжелая ночь была. А что, так срочно? Именно срочно. Ну, хорошо. Я разбужу. Ой-ё. Простите, простите. Все, он проснулся, сейчас будет. А может, чайку пока, а? Некогда, товарищ майор. Здравия желаю, товарищ подполковник. У меня приказ срочным образом доставить вас в штаб. Есть. Поехали, Сереж. Поехали. На моей машине, пожалуйста. Прошу вас. Илья. Тихо, тихо, тихо. Во время моего отсутствия командование принимает себя. Есть. Отдыхай, Сереж. Так точно. Они уже 40 минут там. Полковник из Москвы прилетел. Ночью прилетел. Вы понимаете, что это значит? А что это значит? Прошу вас, товарищ. Проходите, товарищ офицер. Dans ce rôle, le célèbre aviateur, Comte Bestujev. Très, très bien. Non, toujours pas oublié la langue de Champs-Élysées? Non, je n'ai pas oublié. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de voir le Champs-Élysées de mes propres yeux. D'accord. Люблю я французскую речь. Жаль, языка не понимаю. Виноват, товарищ командующий. Я спрашивал, бывал ли он на Елисейских полях. А я бывал. Замечательное место. Но нам сейчас важны не поля, а, собственно, ваш французский язык. Ну и, разумеется, ваше отменное воспитание, которое сразу видно. Рад встрече, Максим Викторович Ливнев. Взаимно. Что с вами, подполковник? Вступила. Товарищ командующий, можно на минутку, извините? Что-то случилось, товарищ полковник? Да нет, ничего особенного. Я его убью когда-нибудь. Что, простите? Я не понял. Да что тут понимать? У нас с французами. Я еще в 37-м году в Испанскую летал. Ну, так это хорошо. Значит, наш выбор правильный.
Вам и встречать наших французских братьев по оружию. Есть. Значит, одно звено с механиками. Да, это временно. Но сделать все нужно на высоком уровне. Я уверен, вы справитесь. Абсолютно правильное решение. Нужно оборудовать места для стоянки самолетов, обустроить жилье и делать это как можно быстро. Есть. Времени нет. И погода нас не радует. Да и с политической точки зрения это будет грамотно. Для дальнейшего, так сказать, укрепления воинской дружбы между советскими и французскими летчиками. Правда, в полку у товарища Бестужева есть много того, что может не очень понравиться нашим французским друзьям. Что вы имеете в виду, товарищ подполковник? Например, буквально 2 дня назад был сбит герой Советского Союза Леонид Шугаев, которого товарищ Бестужев одного отправил за линию фронта без прикрытия. Я уже молчу про новорожденных детей, коз, собак и прочий бардак, который там творится. Товарищ командующий. Не перегибайте палку, подполковник Максимов. Сбит не значит убит. Возможно, Шугаев жив и скоро вернется в полк. А по поводу собак и коз. Я прошу прощения, товарищ командующий. Товарищ, по поводу коз, наоборот, хорошо. Французы любят молоко, сыр. Многие выросли в провинции. Наоборот, это создаст домашнюю атмосферу, уют. Они вспомнят о доме. Но меня лично здесь ничего не смущает. А вас не смущает, что товарищ Бестужев из дворянской семьи? Что он, если так можно сказать, политически неблагонадежный элемент, а дело, я насколько понимаю, исключительно политической важности? Иван Анатольевич, будь добр, подай, пожалуйста, пепельницу. Благодарю. Ну и хорошо, что из дворянской семьи. Личный состав французской эскадрильи весьма разношерстный. Там есть и рабочие, и служащие, но есть и виконты, и маркизы, и сыновья генералов. Пусть видят, что среди наших командиров есть высокообразованные люди, так сказать, благородных кровей. Кстати, я же ведь и сам из дворянской семьи. И ничего, доверяют. С политической точки зрения, командование и политуправление фронтом, которое представляет здесь полковник Ливлев, делают все правильно. Надеюсь, вы, подполковник, не будете оспаривать единственное правильное решение, принятое такими высокими инстанциями. Товарищ командир, за время вашего отсутствия никаких происшествий не было. Спасибо, Петрович. Ну, как там в штабе-то? Че, думали уже того, что? Илья! Подождетесь. У нас новое задание. Что-то серьезное? Ну, несерьезного не бывает. Ты, Петрович, собери мне через полчасика в столовой весь личный состав полка. Хорошо? Будет сделано, командир. Вот видите, товарищ гвардии капитан. Все хорошо. Наш командир вернулся и снова командует полком. Ой, а что это вы верующие? Я никогда не видела, чтобы врачи крестились. Я бы только никому не говорил. Ладно. Товарищи, это историческое событие, о котором еще напишут книги. Когда-то прапрадеды этих французских летчиков пришли к нам под знаменами Наполеона, чтобы завоевать нашу родину, и мы сражались как враги. Но теперь
их праправнуки пришли к нам, чтобы вместе с русскими друзьями крыло к крылу сражаться против главного врага человечества – Гитлера! Мне кажется, наш замполит стал меньше извлекаться. Ты не находишь? И на нем так сидит эта форма, не дать не взять, прям еще раз. Теперь они... Не вижу ничего смешного, девушки. Братья. Он и правда герой. И вид у него геройский. Прямо знобит. Как все, что-то не знобить, когда такой мужчина. Что-то влюбиться недолго. Вот же две колючки. А что? Может, и правда влюблюсь? Русские и французы больше никогда не были врагами. Вместе мы победим. Враг будет разбит. Победа будет за нами! Вот что, дорогие мои, нужно будет встретить Рояков на высоте, в прямом и переносном смысле. Рояков? Как ты понимаешь, почему вы их так называете? Эскадрилья Нормандия-Неман была образована на авиабазе «Рояк» на Ближнем Востоке. Отсюда и радиопозывной «Рояк». Запомнили? Понятно, товарищ командир. Нам нужно привести в порядок аэродром. Ну, не знаю, как-то украсить, что ли. Встреча должна пройти торжественно. Французы это любят. Сделаем? Да. Вот тебе на час от часу не легче. Все, Худобердыев свободен. Иди в столовую, поешь и бегом назад. Будем порядок на КП наводить. Есть, товарищ майор. И, Сулейман, Кешу с собой возьми. Страшно смотреть на пса. Сдохнет ведь. Шугаев вернется, что мы ему да скажем? Да не будет он есть, товарищ майор. Я ему уже и косточки, и кашу с тушенкой носил. Ничего не ест. Все, давай, иди. Чего такой недовольный, Иван Петрович? Да вот, донесение штаба армии. Меняется время прилета французов. Встречаем их не в субботу, а завтра, в районе 15 часов. Погодку счету обещали. Сплошный туман. Ладно, завтра так завтра. Встретим. Надо быть готовым. Может, Рыков придется сопровождать и полосу обозначить дымами. Еще заблудится. Да, я ждал приказания, чтобы начали веткой рубить и поставили две бочки из-под горючего в торце полосы. Молодец, Петрович. Командир, ты бы прилег, отдохнул, а? Какой тебе денек-то выдался? А за нас не переживаем, тебя не подведем, ты же нас знаешь. Это вы за меня не переживайте, все в порядке. Проклятие! Этот русский все время опережает нас на шаг.